Друзья, и с вами снова я, Михаил Шилов, автор проекта 3w.drshilov.com, а также makivara.ru, blushin.ru и budublog.ru. Сегодняшний совет для тех, кто решил заниматься вдруг ни с того ни с сего очень активно, серьезно, по нескольку раз в день. Ребят, если вы занимаетесь больше, чем один раз в день, обратите особое внимание на водоцелевой баланс. Дело в том, что если вы один раз в день занимаетесь, то тех солей, которые вы с едой употребляете, в общем-то, в принципе, должно хватать для вас. И не надо тогда дополнительно принимать чего-то. Если же вы занимаетесь чаще, обязательно не надо натуризать в диете соль, даже если вы худеете и хотите подсушиться. Потому что вы соль очень много будете терять вместе с потом и с водой. Ну, все вымываться будет. В итоге даже кости вымоются. Вот. И даже можно добавить. Как добавить? Это в изотониках можно, значит, применять. Это такие порошочки или таблетки, которые на воде разводятся. Можно в аптеке купить. Либо самому делать изотонический раствор из разного типа солей. Но это посложнее, это для тех, кому не лень заморачиваться. А так, вот я не сторонник санспортпита, но витамины и соли вот, надо возмещать для тех, кто занимается серьезно очень. Иначе вам придется какую-то еду подбирать особенную. А это очень сложно. Так что так, обязательно соли и витаминки. Вы много занимаетесь, много потеете, много соли. Но это не значит, что нужно все солить подряд, и помидоры макать, и яйца в соль, и все, что только можно. Нет. Просто не снижайте. Ну все, салют, а я на тренировке.